Награды патриарха Московского и всея Руси Кирилла получили приднестровские медики, которые работают в коронавирусных госпиталях. 4 врача из Тирасполя и Слободзеи получили медали «Патриаршая благодарность» из рук владыки Савы. В дальнейшем также по районам будут собраны данные у всех благочинных. Кто достоин будет, будут уже награждаться уже нашими местными епархиальными наградами. Списки медиков, достойных патриаршей награды, начали составлять священники на местах. В них войдут не только врачи, но и младший медперсонал ковид-госпиталей. Медаль «Патриаршая благодарность» была учреждена в декабре 2012-го. В мае этого года ею впервые стали награждать медицинских работников, которые внесли большой вклад в борьбу с ковид-19. Патриаршими медалями медиков награждают на всем постсоветском пространстве, там, где расположены приходы Русской Православной Церкви. Тираспольская епархия также передала в реанимацию РКБ благотворительную помощь. Ее купили на пожертвования, собранные столичными приходами. И мы собрали некую сумму, кто сколько смог с приходов Тирасполя, центрального благочиния. И на эту сумму мы приобрели, созвонились с Лечгородком, что реанимации нуждаются вот именно в взрослых памперсах, в одних пеленках, в салфетках влажных. И вот этими силами благочиния такую существенную кучку этого всего собрали и передали на нужды реанимации. Владыка Сава отметил, что последний год стал тяжелым испытанием для всех. Он поблагодарил медиков за самоотверженный труд, жертвенное служение и заботу о людях.